1901 год. После убийства Павла I в результате заговора на трон вступает его сын Александр I. Новый император желает соответствовать духу времени, мечтает перекроить политический строй России на европейский лад и предоставить широкие права всему населению. Амбициозным и прогрессивным молодого императора воспитала его бабушка Екатерина II. Однако двойственность политических решений императрицы, особенно под конец правления, внесла коррективы в мировоззрение Александра. В итоге он вошел в историю как один из самых противоречивых самодержцев. За что Наполеон называл Александра I хитрым византийцем? Чем закончились прогрессивные реформы молодого монарха? Какой урок усвоил император после первого военного столкновения с Наполеоном? Сразу после вступления на трон Александр I создает неофициальную группу личных помощников. Негласный комитет, в который входят ближайшие соратники императора, друзья его юности. На заседаниях обсуждают весьма смелые идеи, в том числе введение в России Конституции. Правда, в начале правления Александру приходится воплощать в жизнь не мечты о равенстве и свободе, а доводить до конца незавершенные дела Павла I. Тот за пару месяцев до смерти издал манифест о присоединении Грузии. Тогда она состояла из 5 государств. Документ касался лишь восточной части – Картли-Кахетии. Местным жителям показалось, что в манифесте нарушаются их права. Начались волнения. Чтобы смягчить ситуацию, 12 сентября 1801 года самодержец издает новый, более лояльный манифест. Отныне Грузия, кроме западной части, которая остается под властью Османской империи, становится частью России, а ее православные жители получают все права российских сословий. Западная Грузия, Имеретия, окончательно вошла в состав Российской империи в 1810 году. Османская империя признает этот факт лишь после своего поражения в русско-турецкой войне 1806-1812 годов. Успешны и некоторые внутренние преобразования молодого правителя. Так, Александр I проводит министерскую реформу. Вместо коллегий в России создают 8 министерств. Параллельно, желая повысить грамотность среди населения, император инициирует реформу образования и открывает новые учебные заведения по всей стране. Среди самых известных – Царскосельский лицей. В числе его выпускников – Александр Пушкин. Лицей предназначался для обучения дворянских детей. Принимали туда не только по предъявлению свидетельства о дворянском происхождении, но и по вступительным экзаменам. Постигали науки лицеисты 11 месяцев в году. Каникулы были лишь в июле. В феврале 1803 года Александр I издает указ о вольных хлебопашцах. Отныне хозяева могут освобождать от крепостного права своих крестьян целыми селениями. Однако указ носит рекомендательный характер, поэтому либерально-реформаторские порывы императора мало кто поддерживает. Даже члены негласного комитета один за другим отдаляются от самодержца. Их место займет Михаил Спиранский, постепенно ставший единственным доверенным лицом государя. Благодаря инициативе Спиранского в России создадут Государственный совет, законосовещательный орган при императоре. Теперь каждый законопроект должен получить одобрение Госсовета. Он будет работать вплоть до 1917 года. Еще один прогрессивный шаг императора связан со сферой внешней политики. Он задумал создать в Европе систему коллективной безопасности, связав все ведущие державы между собой рядом договоров. Однако и эта идея не воплотится. Для России окажется в тягость мир с Францией. Французы начнут вести себя в Европе по-хозяйски.
Кроме того, Наполеон назначит себе пожизненное консульство, нарушая тем самым конституцию своей же страны. Сыграет свою роль и несправедливый расстрел герцога Энгиенского, последнего французского принца крови. Александр I знал герцога лично. При дворе в Петербурге объявлен недельный траур. Последней каплей станут публичные намеки Наполеона на участие Александра в заговоре против родного отца. Таких вещей самолюбивый российский монарх не прощал. В мае 1804 года Наполеон провозглашает себя императором французов, а Россия отзывает своего посла из Парижа и начинает готовиться к войне. В декабре 1805 года объединенная русско-австрийская армия сражается с Наполеоном под Аустерлицем. Александр I настолько уверен в победе, что лично возглавляет войска. Правда, битва заканчивается полным разгромом союзников. Русский император едва избегает плена и вынужден отступать вместе с войском. Он потеряет свой багаж. Страшно устанет и замерзнет. Солдаты достанут ему вина. Монарх немного согреется и уснет в сарае на соломе. Французский император перед крупными сражениями и даже во время них мог неожиданно погрузиться в сон. Из-за этой привычки он едва не проспал Аустерлиц. С 1804 года у Наполеона во всех походах была с собой специальная раскладная кровать. Такие же военные раскладушки были и у всех его маршалов. После Аустерлица русский государь поймет, что против Наполеона нужно бороться в первую очередь хитростью. Освоенный урок Александр продемонстрирует уже во время мирных переговоров в 1807 году в Тильзите. Там он покажет Наполеону свое дружелюбие и тем самым усыпит его бдительность. Это поможет Александру и на последующей встрече в Эрфурте проявить мягкую неуступчивость, за которую впоследствии Бонапарт окрестит Александра хитрым византийцем. После заключения Тильзитского мира Россия присоединится к континентальной блокаде против Англии и будет вынуждена отказаться от поддержки Пруссии. Однако формально империя, потерпев сокрушительное военное поражение, не только не потеряет ни клочка своей земли, но развяжет себе руки в отношении Швеции и Турции, что впоследствии позволит Александру I присоединить Финляндию и Бессарабию. Только в польском вопросе Наполеон окажется непреклонен. Герцогство Варшавское останется под его протекцией, а стремление Александра создать под своей короной единую Польшу не реализуется. Тем не менее, французский император еще несколько лет будет считать российского государя очаровательным малым и своим добрым другом. Это станет большой ошибкой Бонапарта и, возможно, предпосылкой его будущего поражения в предстоящей войне 1812 года, а значит и началом конца его империи.